Раз-раз, проверка. Раз-раз, проверка. А, все, пошло. Раз-раз. Пошло. Так, а чё играть-то будем? Чё будем играть? Не повезло, на самом деле сам виноват, пожадничал, нельзя было у топа брать. Офигу, что играть? Короче, у меня крэк стоял под утопой, я посчитал мувы, что я беру утопу, пополняю ману, разбиваюсь, у меня остается 900 мувов. Потом я делаю подшаг, делаю ДД, у меня остается где-то 600 с небольшим мувов. И это была ошибка. То, что я посчитал, что вот на эти 600 мувов, которые я стою около ГО, под ГО, да, мне хватит, чтобы прыгнуть и напасть. Но я ошибся. Ну, то есть переоценил свои мувы. По факту, мне что мне нужно было делать, это забить на эту утопу, видя, что вышел хильтуха, просто разбиться на него, напасть и убить. Потому что я видел там статы маленькие, у меня есть книжка земли, 90 маны, это 3 взрыва, 3 взрыва, да? Хотя нет, 90 не было бы, ну 2 взрыва плюс масхаста плюс догол. Вот, я бы побеждал, у меня было 100 кентавров, 100 гномов, 45 плюс пегасов, 2 дракона, 80 грандов. Вот это все, мне кажется, с двумя взрывами, с Крэгом, с Масхастой, вот так хватало, чтобы его победить. На кой хрен я полез в утопу и с сомнительными мувами в итоге не достал. Вместо 2 очков получаю заслуженный 0. Вот. Все просто. Расписал всем. Через правую утопу в пески, через ДД, через ЧД, не думал такой вариант. Это мега глупый вариант. Вот если бы на ход раньше, то да. А когда после того, как юниткон целых 2 хода был в центре, нападать туда, это мега глупо. Ну, гоу. Ахилля только вышел, 6-й день, ничего толком не забрал, тепленький. Вот его накрывать самое то было. И это гарантированное практически очко было, я это понимал. И после того, как я не дошел, я понял, что скорее всего он сейчас убежит и все. А у меня саппортов нет, чтобы перекрывать. И это плохо. Ну то есть, идеальный отыгрыш от меня, забивание на утопу и просто финалю хилю. Цита крепость, это что у нас?
Цита-крепость, цита-крепость. Я даже не знаю тут, что цита... Цита вообще что-то может? Может ли тут что-то цита вообще? Что-то есть сомнения по ците. Ну, вот крепость, тут имба. Но крепость это типа еще штраф. Но цита это бегемоты, кстати. Бегемоты плюс клопы. А, блин, а цита это виверн куча. Нет, тут болото имба. Так, амазонки. 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 Амазоночки, да? Треним амазоночки. Там стек медведей, кстати, такой веселый, да, может быть? Крепость имповия по-любому. Крепость, она ультра-темповая. 20. Цитка тут лучше за счет Т6, Т7, понятно, в совокупности. А по темпу-то что? По темпу. Тут вопрос, как темпануть сразу. Вопрос, как тут темпануть. Получится ли тут темпануть за цитку? Коробки сложные отбивать. Вот, в этом проблема. Вообще изи. То есть ты предлагаешь ему просто отдать? Или что? Но покупать циту вообще не хочу. Ну, гоу, давай продадим. Попробуем за цвет поторговаться. Да у Артема там респ говна был, я так понял, раз он 1-2-1. А, только начал что-то делать адекватное. У меня был хороший респ, много реликов было годных. Единственное, что я вот с утопой погорячился. Нельзя было мне в утопу лезть. Просто нельзя. Видел, что вышел хиля, все, иди убивай. Нет, пошел в утопу. Просто бред, конечно. Ну, короче, то есть пожадничал и слил. Вроде норм было, да не норм было. Не успел принять адекватное решение. Не обязан был там хили убивать. Но в итоге... А в итоге... Так, 1400, да, получается у нас? Так, где этот у нас? Тураксорио. Ну, если бы с утопа, например, норм арты выпали, отыгралось бы. Я еще раз повторяю, господа. Утопа была, в принципе, не нужна. Я это слишком поздно понял. Нужно, чтобы мувы остались. У меня оставалось мало мувов после того, как я пополняю ману. То есть без пополнения маны нападать я не мог. Понятно? Без пополнения. А то есть я беру топу, делаю ТП, пополняю ману, разбиваюсь, у меня остается 900 мувов. Вот это ошибка. А вот если я сразу разбиваюсь, пополняю ману, у меня остается 1400 мувов.
И вот с ними я гарантированно нападаю. Плюс я в утопе еще залил этих чуть гномов и всех кентавров. То есть у меня плюс стек кентавров и плюс стек гномов. Денег бы мне хватило. У меня там ресурсов было по 20 плюс, по-моему, каждого. Можно было просто стрейдиться. Ну, на разбивке, на переразбивке хватило. То есть я переоценил свои мувпоинты. То есть, если я не переоцениваю вот эту ситуацию, изи 2 очка получаю. Понятно? Но просто я подумал, что я достаю, как будто город там вот-вот он должен быть в одном ДД. А в утопе дали триол, которая у меня и так была. И... А, нет, вру, вру, вру. Какие триол? В утопе эти были. Лабутены. Какую подсветку? У меня наушники, да, этот? Блин, эта штука включилась. Сейчас я ее отключу. Оставить, да? Ну, могу и оставить. В итоге кто сколько очков заработал? В итоге я заработал ровно 0. Артем целое одно очко, потому что я вылетел. И он по третьему месту получает. Ахилля с этим, с Юником дружно попилили баллы. Ну, я так понял, там еще Хильтухе повезло, что у него хорошее ГО было. Ну да, альтгу я имею в виду, да. Блин, вот они крутые карабасы. А как я их должен взять? А как я вот их должен взять, эти карабасы, интересно? Опа, а это чё, гоблины 5000? Ну и чё, я это как отметил? Вообще непонятно, да? Ой, а чё за бред? Я чё-то подумал, что здесь коробка. Вот это у меня глюки. Вот это флешбеки пошли. Я такой смотрю, я такой подумал, что это коробка здесь.
Ой, поплыл, конечно. Какая коробка? Ты что, слепой, что ли? Где я тут коробку увидел? Блин, а тут типа улики, да, есть какие-то. Чуть непонятно, тут, по идее, рестить надо, что ли. Вроде тут вот это вот легкое, да? Ну как? За счет чего? Как будто бы старта нету. Не вижу, сколько пипек. Непонятно, что, как, где забирать. Непонятно. Ну, типа, две нычки этих есть. Топоров. А чё они дают? Две нычки топоров. Возьму ли я вот это? Орков, типа, наберу. Загрейжу собак. Нет? Ерунда полная. Чё думаете? Давайте попробуем просануть. Блин, два раза зашел в скелетика. Значит, я ерунду делаю, по-моему. Мне надо попробовать вот это пробить. Не пробиваю, а просто рестить. Но мне кажется, что-то вот это очень тяжело пробить. У этого еще фенс не качнулся. Я денег не собрал. На грейд. Плюс топоры еще нужны. А, ну хорошо, что Антоха рестит, а то что-то мне 1-1-2 бы тут пришлось брать, походу. Медведи. А, медведи. Угу. Так. Так, так. Интересно, сотка големов. А мы сотку големов бьем вообще?
И сколько там их? 150, что ли? Мне кажется, сотка големов вообще не бьется. Это можно попробовать напасть Гаррисоном. Блин, а я ему плюс этот не брал, да? Гаррисоном, да? Косточка есть. Блин, кого-то выгнать надо, слушай. Ну, такое ощущение, что типа вот сотка големов бьется вроде как, да? Попробуем. Не понимаю, правда, как пока. Но можно попробовать. Вроде тут арты хорошие. А, рефьюга, кстати, рефьюгу я не чекал, да? Рефьюгу надо точно брать. Так, вот этих можно попробовать окучить. Ну, как-то так. Как-то так, да? Так. Тут крутой какой-то горящий нет. И ГО страшное, да? Так, ну что, мы сразу на это нападем? Или вот это посмотрим? Так, ну он прям на тоненького доходит. 7 рыб. 7. А чё, мы тут сливаемся, что ли? Как так-то? Алло. Ну вот. Вроде не сливаемся. В атаку рыбы. В бой фиши.
Блин, надеюсь, мы тут не зря воюем. Да, не зря воевали. Говнаря получили. От которого толку нету. Но реально ноль толку от него. Как он нам поможет пробить вот это? Ну, не бью я это. Не бью. Не бью. Определенно нет. Что делать? Что делать? Рестартить, да? Не вижу, как тут можно темпануть, если честно. Какой нычки с этой? А чё она мне дает-то? Нычка мне вообще ничего не дает. Семь улей по дороге. А, кстати, да, Архани проверил. Что было? Это что было? Ну, ты не согласовал со мной. Короче, отрестились. Ну, кстати, двадцаточка эльфов вроде бы. Ух, блин. Стрёмно. Ой, а вот это вообще бьется. Ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, а вот это что такое? Это ж контроль, да, они ж меня убьют тупо. И вот это, и вот, и вот этих до хрена. Не, ну я это не бью. И это не бью. Блин.
Не, ну там, по-моему, я не помню, в этом, в Амазонках, по-моему, рестарт берется, если дороги блокируются. По-моему, только в Амазонках такая грязь может быть. Ну, типа, здесь вэлью настолько мощная, что, типа, может блок положить на дороге. Ну, то есть, типа, это ты никак не пробиваешь, и это технический рестарт. Так, с чего здесь-то начинать, блин? Опять с арха, что ли? Чёртова цита. МДС еще. Смотри, кто пришел-то, а? Ты посмотри, кто пришел. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, ну чё, давай этот тогда выходит на тропу войны. Так, и этих давай купим десяток. У меня в чате 20 чародеев говорят, что я не пройду по дороге Гэндальфа. В чате? В каком чате? Блок, что ли? Чё он хочет? Дорожный блок. В чате? В каком чате? Он пьяный, что ли? Чего он хочет от меня? Опа. Он шутит. Шуткует он. Шуткует, понятно. Блин, предупреждать надо так шутить так. Ну, кстати, хорошая эта, да, коробка, может быть. Некродеревушка. Некродеревушка. Так, а я зациту, как там с уликами норм? Или сложно все? Хотя тут тюрьма, и сейчас кучу мяса берем. И разрываем. Нафиг. Все. Да? Ну да, кстати, можно вот это попробовать забрать. Два улика, чё нет там. Как говорится, не вижу препятствий.
За эфритиками коробочка есть интересная. Тоган. Таганаш, тагаваш. Лакус, лакус, лакус. Опана. Опана, сюда. Опа-на, сюда. Мощь. Адова мощь. Так, сейчас еще бабки соберем тут. Так, Одесса докуда доходит вообще? Через жабика, да, доходим? Блин, этот получается бездельничает. Я не смогу денег найти, чтобы этого... Ну, пусть здесь стоит, пофиг вообще на него. Здорово, пекло. Здорово, здорово. Так, ну вроде как даже тут подулик можно что-то подумать, да? Как будто бы тут что-то такое интересное. 23 я не хочу, вот 23 этих гоблинца терять вообще не хочу. Вот лучше кентавров бейте. Ну какая нафиг пятюня? Ну пятюня не очень. Кстати, то, что я здесь машины наберу, это, кстати, мощно.
Нету. Золотые драконы. Подожди-ка. Подожди-ка. Фишамейн, да, у нас фишмейн. Попробуем улей взять тогда. Сейчас купим гномов. У нас, в принципе, будет ультра жесткое мясо. Два улика возьмем. И с уликами уже как? Врываемся сюда. Хоп. Хоп-хоп. Раз-раз. Бах-бах, да? Подсейвим таймер. Но вроде как жестко должно быть сразу вот здесь. На 8 утках, бах-бах. Ой, ну будем знать, хоть кого банить, если 8 уток будет. Все просто же, да? Как все просто? Так, а мы три птички-то будем строить, да? Подулик. Три птички, подулик. 250 капает. Свой первый миллион на разбанах. В турике банов не хватило. Да, в турике жестко было. Ну, в турике сам виноват. Ну, вот просто был план, да, у меня был план, я его придерживался, но, по сути, когда увидел, что красный вышел, вот, нужно было менять планы и сразу валить красного, забивая на утопу, все просто. Причем я посмотрел, ну, то есть, когда я не дошел там, да, 100 мувов, у него вообще ни хрена не было, у него был свиток берсерка. Это единственная его была этот боевуха. То есть свиток берсерка был у него, все. А этот свиток берсерка, ну чё он куда мог? Ну мог куда-то точечно кидать. Не повлияло бы. Рез был? Да какой рез? Там же или там 8 уток. Плюс у меня помехи 40. Нет, не 40, 30% помех было. У меня из боевой 2 имплы было и масхаста. Вот. И, в принципе, куча стеков, да, под Крэгом. Там единственная у меня проблема была то, что он был в городе. Но это пофиг вообще. Пегасы 45 штук летали. Два дракона было. Ну, два было бы, если бы в утопу, да, не лез. Где дракона слил? Или... А, подожди, нет, один дракон был. На ГО, на ГО. На кого сдох один? Здорово, гусик. Душим. Кого душим? Гуся? Гуся душим? Нет, гуся не душим. Этот крэк в итоге и затащил всю катку. Ну, да, то, что он ему пришел. А должен был я его убивать. Я просто не знаю, Баскерхилл, у тебя не было, я рассказывал. Я должен был на 6-й ход просто забивать на утопу, прям разбиваться об охраны, об охране утопы, пополнять ману и нападать. Все. Вот, и все было бы четко. И оставались мы бы троем. Вот и все. И тогда уже юниткону смысла не было на меня ехать. Он бы тупо усилялся. Ну, то есть, по факту, он меня поехал убивать, потому что ему нужно было подсейвить хилю. Иначе просто хилю бы вперед ногами выносили. Вот и все.
Он говорил, что ты в замке, поэтому надо ехать. Но ты ему веришь, что ли? Это же бред полный. Причем тут замок вообще? Откупа нет. Да при чем тут откупа нет? Вы не понимаете главного. Если это кажется, что вот сейчас, ну, то есть, первый раунд это был ФФА, реально ФФА был. Но вот сейчас идет это скрытая игра 2 на 2. Вам, естественно, никто не признается, потому что это правилами запрещено. Типа все по правилам, поэтому этот. Так, ладно. Что мы хотели сделать? Мы хотели улики сделать, да? Блин, таймер какой-то жесткий. Нафига мы такой таймер сделали? Так, а, блин, на книжку не хватает. Ой-ой-ой-ой. Так, а этот рыбус ничего не заберет, да? Ладно, пусть. Экспертный селект, серьезно. Серьезный рыбус такой, экспертный селект. Пусто что-то. Что-то пусто. Что-то пусто. Конечно, знал. Он спрашивал, какая армия у Крэга. Ну, как бы мы могли не давать никакой инфы и как бы требовать от этого же этот, но он четко понимал, что он может выиграть. И поехал. Потому что был определенно уверен. Что он типа на магии перебивает. Так. Так. Так, ну и что делать там? Птиц? Птиц строить или без птиц хватит? Блин, без птиц как будто бы не хватит. Так, а денег? А еще где денег? Чуть-чуть денег. Тога. Тога, да? Ну, кроме тоги, никто не справится, мне кажется. Тога лучше всех справится. Ладно, поехали. Ну, как будто бы этого пока не будем трогать. Ой, так, это тоже сюда. Давай сначала гномиков оприходуем. Нам же еще три катки катать. Конечно. Но вот смотрите, какая ситуация. Я вам просто говорю, что ни Юникоп, ни Хиля друг на друга ни в одной катке первым шагом нападать не будут. Ну, то есть это понятно, да? Ну, то есть будет еще три игры, и не бу я вам просто гарантирую, что не будет таких игр.
Где они друг на друга будут нападать. Так. Ну, вот я и говорю, да. Но я просто сразу сказал, что это мнимая ФФА. Ну, так с группой получилось, да. Так, у меня собаки же завытились, но... Надо было делать анонимное. Анонимное, кстати. Блин, ну надеюсь, я тут не зальюсь. А вот я не знаю, я, кстати, Макси-то беру. Что-то есть вопросы по поводу Макси. Блин, если не беру, жестко, да? Нам не нужно лезть, как будто бы. Как будто бы нужно. Восемь волчков. Подожди, каких 8 волчков? Так, вот это прикольное пополнение было сейчас. Ну, мы, кстати, нормально так усилились. Потом и коров, глядишь, жахнем. Мечники нас боятся. Ха. Вот трусы. Эй, ты куда пошел? Мелкая, мелкая. Так, ну надо тогда добрать здесь некровойско. Некровойско получается. Вот так. О. 24. Блин, ладно, согласен, не спорю. Понял. Так. Ну, типа, вот это бьем, да, сейчас? Ну, 14 уток это серьезная ботва. Тут, правда, 49 коров. У меня пушки нету разве? А куда пушка делась? Или у меня не было пушки? У меня не было пушки. Ай-яй-яй. Непорядок получается.
Так. Ну, не 49, ладно, хорошо. Ошибся чуть. 48. 48, блин, много. В атаку, волки. Бей их. Минус суточка. Пятнадцать клопиков сюда. Ну вот она, раскруточная. Раскруточная. Чуть раскрутились, подраскрутились. Так, подожди, у меня хоста есть, да? Ууу, хоста. Ну с хостой-то мы... Сейчас как жахнем. Как этот, как там сказал Антоха, как Гэндальф, да? Жахнем как Гэндальф. О, еще с этой штукой вообще огонь. И тут хоста, ну зашибись. Зашибись. Правда, здесь пилпауэра нет вообще. Блин, ну 20 эфритов убьем как-нибудь. Наверное, как-нибудь убьем. Еще волки, кстати, в первые ходят, да? Хорошо. Ну, хейс на уток по-любому, да? Оп, лови. Минус волки. Подумаешь. Волки свою миссию выполнили. Чё? Какие 20 тысяч опыта? Блин, ну какие 20 тысяч опыта? Стойно.
Хорош. Ай да хорош. Кто у нас на ГО? Давайте чекнем. Дэн, кстати, здесь у топа. Улик. Хотел его уволить сейчас. Ангелы, да? Ангелы жесткие. Так, ну вот этого, наверное, Кадберта можно уволить. Хотя через него можно было вывести. Блин, и здесь две Пандорки, везде все нужно. Кого я могу уволить? Ну, вот этого не могу. 13 минут таймера. Баркаса тоже не хочу. Ну, похоже, все-таки его. Там еще рыба с тактикой, вообще огонь. Артов, правда, нет, нифига. Вот это плохо. Но от этих, кстати, вообще толку нету сейчас. От слова совсем. Просто единичек сделаем. Кстати, бой-то непростой, да? Хоста. Тут хоста, по идее, тоже нужна. Блин, их 32! О, вот ж как ГО почти, как... Какие нафиг 32? Это что вообще началось-то? Откуда тут 32? А, вот это жестко. Это жестко, товарищи. Короче, нужно бить. Ой, ты пёс. Бы хорош, ой, хорош. Как же мы бахаем-то? Элитные бахари практически. Блин, ну много потеряли.
4 седых суда. Суда этих седых. Да, тут хаст сильно помог. Очень сильно. Так, по идее, голдов тут нужно отпинать. Отпинать вот это. Кого-то с хастом взять еще, да? Желательно, чтобы маны было много. Ну вот, на самом деле, я бы вот это и уток бы, наверное, сдал. А, подожди, тут еще тива это. Блин, единичек-то нету, что делать? Без единичек. Очень непонятно. Че, утку что ли оставить? Подсейвиться, да? Медведями. Почему я тут проигрываю, я чуть не понял. На каком основании? Тут рельеф вообще невозможно проиграть. Но медведи же не убьют, да? Блин, медведь, беги. Медведь, беги. Минус медведь, да, походу?
Синего армии больше. Фига он там бахает. Синий. Синий бахарь просто, да? Не, давайте без потерь Косолапова. Да, он портал. Очень хорошо. Минус утяра. Ничего не поделать. Отсолова совсем. Так, у этого на ТП, кстати, будет. Блин, вот этому ману надо заливать. Так-то у него 2 ДД. И заливать, причем надо с шапкой. Так, 300 есть, да? Можно ТП заюзать. Хорошо. Так, а это у нас рыба. Рыба тоже ТП имеет, кстати. Так, денег, давайте денег. Дайте денег. Денег дайте. Так, здесь можно сделать ДД. Прям вот сюда. А, на ДД. А, подожди, нет, нет. Тут хреновая ДД будет. Держу в курсе. Я держу в курсе, ДД будет не очень. Даже какой хардрим? Хардрим, да? Значит, хардрим. Так, Десса. Блин, а Десса вообще бестатовая. Меня даже хосты, по-моему, нету. Как-то жестко. О, ну хотя бы так, давай. Надо было чуть этих собрать. Королей дальше. Ты посмотри, что творится. Что же это делается? Чем может огров просто вот это забить десой? Деньги нужны им. Не, ну птиц стрёмно бить без замедла.
Этого, по идее, вот тут разбить. И за медло можно птиц забрать. Ну, либо на выход вообще его отправить. Так, здесь ГМ, либо медведем. А где мне шапку-то взять? Шапка, шапка. Ну, кстати, мало ангелов тут. Может, мне сюда приехать, Тираксором? И ГМ здесь же поставить, да? Взять это утопа просто. Просто утопа взять. Тут что-то денег нет. Можно кого-то было сюда посадить, кстати, чуть не подумал. Вообще не подумал. Так, вот этот товарищ у нас реально под выход очень хорош. Сейчас взять пару утоп сейчас. Взять пару утоп и сюда его посадить. Слоу нету, кстати. Но вот этим, кстати, героям можно спокойно сейчас взять вот эту коробку и прыгнуть вот на эту. А вот этим просто вывести и вот с этим добром просто приехать в утопу, начистить им репу там. Мне кажется, вполне себе неплохо. Ой, у меня армия больше стала. Хорошо. Тут флакс, кстати, да, внизу. Внизу-то флакс. Внизу-то флакс. За ограми коробки не будешь брать? За ограми коробки, за ограми коробки. За ограми буду. Так, а он вышел, кстати, на пятый ход, да?
Красавчик получается. Красавелла. Блин, плохо. Плохо, плохо. Плохо дело. Раз такая пьянка. Пятый ход, там какой-то темп. Охреневший. Супер темп, да? Блин, кстати, замедла нету. Отвратительно. Ой, они испугались. А, это пятнаха. Ну, я уж обрадовался, думаю, вот это, думаю, повезло, думаю, так повезло. Да уж. Не повезло, получается? Да. Хреново. Хреново получается. А, подожди, как так-то? Вот так-то. Во, хорош, пойдет. Так, ну здесь благо вешаем. Еще себе немножко пойдет. Пойдет. Еще седых немножко. Опа, она тут. Тут жесткий герой, типа. Типа жесткий. Блин, а тут сейчас немножко потреплют, по идее. Нельзя. Ну, кстати, шапку дали. Ладно. Шапка норм. Мне ж сюда надо, да?
Блин, кентавра удалить забыл. Ладно, ангел оставлю. Скорость нужна, да, это можно говно все выбросить. К чертям. Же, а есть. Ой, есть маг. Есть маг, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, а почему? А почему мы это не проверили? Ой, ну басы, ну и катаем. Вы это видели, да? Не, ну. Стример, ну бас, очевидно же. Арха не взял. Как вообще такое можно было допустить? Блин. Ну капец, чё. No comments, да? Блин, я шапку не оставил. Да что ж такое-то? Так, благо снял, да? Хреново. Хорош. Бахают. Медвежатки. Еще 8 медвежат. Пойдет. Так, а у меня плюс... 10 будет, да? Хочется, конечно, открыть. Блин, там колодец даже вообще. Супер. То есть могу ДД сделать. Ну, арт на ману был, статов нет, я типа поэтому типа себе оставил чуть-чуть статов. Понятно? Так, ну вот этого надо тут оставлять по-любому. Нужно еще кем-то кристаллы собирать. Типа медведей будем грейдить, да? Типа грейдить медведей. Ну или так наменяем. Ладно, давай тут что-нибудь берем. Так, у этого 40 маны, да? Сантоха видит архангела такой, откуда там архангел? Оттуда. Оттуда все. Сам в шоке. Скажет, вот прухло, говорит, на бишопе, да, по-любому так скажет. Так, мне нужно, главное, 16 маны оставить. 14 я могу потратить. Типа, петучей сдаем. Типа, петучей не жалко. Блин, ну топу не посмотрел. Ну и пофигу на нее. А, петучей не бьют.
А петучей-то не бьют. Вот, солидный прибор дали. Ничего, хватит у меня денег на грейд, нет? Что-то такое ощущение, что не хватит нифига. $24 000, кому он вообще? Пука, пука. Пука. Ну вот как-то сюда, здесь что-то, да, побегать. Если кто-то с ДД бы сейчас был. Ну вот здесь типа можно пособирать. Типа можно. Не уверен мне, что это надо, но может тут опыт для Десса, а Десса это все-таки саппорт, который может пригодиться. Нам с опорным. Говна дали. Воу, полегче. Полегче. Спердиплана. Ну, что-то такое. Ну, кстати, вот эту коробку надо брать.
Блин, а что этим делать? Может туда просто передать? Просто реально не понимаю. Что им сейчас делать? Бегемотов оставить, да? Ну, этого можно, кстати, догрейдить одного. Это все выгнать, выкинуть. Он реально сейчас без толку. Типа вот эту тюрьму можно попробовать освободить. Кстати, вот это можно освободить. Так, а разбивки? Разбивка вот на циклопах, да? Так. Блин, инхам. Так, есть еще шапки? Шапок больше нету. Так, а мораль как у нас? Ну, инхам хороший. Так. Думал, еще архов не будет. Ну чё за грязь? Не, ну это свинство. Не знаю, тут этих блайдить, что ли, вообще. Ну, они что-то ультра жесткие. Да вы что творите? Пернатые, блин. Бесов предлагает мне воскресить. Вот придурок. Че, у меня денег нет? Денег нет. Антоха наконец-то верну глянул, что ли? О, красавчик. Какой еще архангел? Это с перьями. С перьями.
Блин, он в центре сидит, да? Плохая ситуация для меня. Так, короче, нужны бабки. Нужно догрейдить пацанов. Это ультра важная тема. Так, здесь, наверное, просто берем. Туда прыгаем. Второе ДД появилось, кстати. Тоже немаловажно. Ваше немаловажно. Че за утопа, а? Что там, крылья лежат? Блин, крылья бы забрать. Мешок, серьезно? Так, а я, кстати, если второе ДД, успею крылья забрать, да? Так, все, по-моему, пойдет. Так. Сент флэш, да? У меня бабки появились теперь. Теперь че, бабки появились. Круто. Так, вот здесь что-то, да, за ЧД есть. Вопрос, успею ли я это оформить? Большой вопрос такой. Так, Десса, у тебя есть шапка какая-нибудь? Блин, на, вот это что ли, вот это. Лабуте на себя ставим. Так, что по бабкам? Так, тут кто у нас сидит вообще? Тироксор. Блин, ему бы эту землю... Вообще без монопола. Кстати, на рыбу надо передаться, да? Так, а там еще кто сидит? Вот этот хрен сидит. Дипломат, типа. Типа дипломат. Топа, отлично. Отлично. А вот хреновая новость, что я до нее не достану. Это прям вообще отстой, конечно. Это 15 клопиков. Сюда этих одноглазых.
Монстров. Так. Че у нас Десса тут, да, сидит? Бамбук курит. Так, дипломата бы прокачать еще. Так, рыба. Чудо-юдо-рыба-кит. Да. Так, этот на крыльях валит отсюда. Просто валит. Так вот. Так. Ага, рыба здесь остается. Этот у нас смотрит. Ну, типа, тут уже вражина во всю. Понятно. Лютый вражина, да? На самом деле, вот туда, что ли? Или просто ману пополнить? Блин, а я не достану. Ну-ка, дипломат в драку. В драку. 24 ангела. Ну, кстати, мы подумаем над этим. Предложение интересное. Так, а я кому-то хотел скинуть. Что-то хотел скинуть кому-то. Шапку хотел скинуть, да? Да, вот эту шапку. Десса с шапкой. У этого есть мана. Этот с шапкой. Даже кто у меня без шапки был? Показалось, что ли? Блин, вот я был без. Вот, давай на Дессу. Типа тут шапка лучше, да? Ладно, поехали. Попробуем здесь немножко посмотреть, подразведать. Могу ли я здесь встать в наглую? Прямо вот здесь он, да, вот здесь город. Типа с книжкой огня можно повыпендриваться, попробовать. Так, встанем, вообще пофиг. Бля, я скорость, да, не добрал. Скорость плохо. Но он меня сейчас увидит, похоже. И, кстати, вот этого можно было. Тоже дипломат.
Короче, стоим здесь. На пофиг. Готовые забирать центр. Что он нам сделает своими утками?
Что, только ход принял? Или что? Что он так долго ходит? Щит меньше, конечно, такие себе. Лакса-центр, конечно, жесткий. Двадцать четыре ангела джонится. 24 это сколько там прибавится? 6 штук, да? За 70 тысяч. Дорого слишком. Неоправданно дорого. Неоправданно дорого. А кого вот имеет смысл вообще покупать здесь? Я даже не знаю. Ну, кстати, цита вообще имба лютая получается. То есть я получил 2 стека по 8 и 2 по 4, это 8. 24. Блин, ну вот этих 25 медведов, алло, ты как убивать-то будешь? Как убить вот 25 медведей? У них, блин, хп сколько? 6. 7,5 тысяч хп. Они же как ударят. Ой-ой-ой. Как же больно они ударят. Они очень больно ударят. Вот как их убивать? Ну окей, у него там, допустим, какой там паритет? 60? Ну где-то 60-70 виверн, да, возможно. Да. А, блин, где 60-70 виверн, где 25 медведей? Чё-то стырил у меня. Он видит меня. Ну, кстати, коробка на фенов, и он меня обогнал, да, по скорости. Че он чайник-то теперь берет? Циклоп и норм джоин. Ну, типа усиление стека. Ну, по идее, да, неплохо, наверное. Склоп неплохо. Тива! Куда Тива пошел? Куда пошел? Ну, ему прогонять надо вот этого терика. Что-то он там вывозит как-то люто. Не хочет армию палить? Ну, что-то статы совсем слабенькие. Шот слабенькие статы.
Это его мейн? Или что это такое? Он вот это будет бить вообще? Ему надо что-то со статами делать. Очень надо что-то делать со статами. Ну, он, кстати, может, типа, взять вот это, прыгнуть сюда и напасть на меня, да? 8 ол получится плюс. Ну, так, сравняется по статам, кстати, плюс-минус. А, нет, это лошок, типа, что ли, был? Который чайник возил. Лошкевич был. Опа, 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 что-то увидел, что-то увидел. Что-то увидел. 20 секунд, 20 секунд. Надо принимать решение, что делать. Нападать, не нападать. Срочно. Десять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, две. Зассал. Понятно. Понятно. Нет никого. Нет никого. КЗ пойдет, берем. Так, а где у нас вообще хоть один этот разбивончик нормальный есть? А, вот здесь, да? Так, вот это говно еще нужно прогнать обязательно. А, инха получается. Реально, валите отсюда. Меч 5 ул, здорово. Тапки, здорово. Так, бастион тени, тут кто? Тут рыба? Блин, а шапку-то я где оставил? Ксипора. Так.
Так, что хотел здесь стырить еще? Что тут мне интересно? КЗ, кстати, да? У меня же КЗ нету. О, кстати, бегемотов можно поджонить. О, здорово. Говно на подходе. Так, что там? Башня орков нужна, да, кстати? Что, бабла совсем. Блин, вот это я тпшнулся, у него земли-то нету. Красавчик, блин. Ай, красавчик. Ай, да тпшнулся. Ой, ой-ой, что такое? Что так жестко? Страшно такое, блин. Пассисов-то за что? Блин, ну получается это... Снова задействуем, да? Щитка нормального нет, да? Блин, а вот этому надо что-то дать. О, хороший чел. Шапку ему надо, да? А блин, а шапки нету. 62 маны. Блин, а рыбе хватит, мне кажется. Куда есть столько маны-то? Так, ну вот что, готовы к драке, типа. Типа готовы. Где там вражина-то? Блин, а вражина здесь. Блин, а я не прогнал его здесь? Серьезно? Я серьезно его не прогнал здесь? Ага. Давай, 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 надо мне ускорение надо сбить. Красавчик. Вот это он красавчик. Я как раз его хотел, чтобы он ее убил.
Одесса без земли. Надо сейчас это строить здесь. Во флаксе под воздух. Статы 33, 33, 22, 22. Да, здорово. Давай драться. Нормально такие статы. Пойдет. А выходи на честный бой, да? Не, ну Цита реально, реально имба вот за счет вот этого существа. Просто сколько, 4 коробки на медведя и все. И что с ними делать, вообще непонятно. Ну, при равных прочих, да, то есть вот этот стек, он просто какой-то сумасшедший. То есть, да, то есть там, допустим, 25 гидр, допустим, даже хаоса. Да вообще как бы плевать на них. Ну, а медведи, медведи, извините. Блин, он забрал город здесь, да? Если он забрал город, значит он мейном сюда пошел. А это хреново. Главное, чтобы он сейчас сюда не ворвался. Мне всех саппортов не порезал. Привет, Александр. А 25 ЧД начинается, а покрышки? Так вы попробуйте ЧД построить и покрышек. Во-первых, тайминг какой. Во-вторых, они строятся. Как Берсерков ужасно, ужасно, отвратительно сыграл. Вместо двух минимум очков заработал ровно 0. Просто первым отъехал. Сам накосячил или сдача? Сдача хорошая. Но смотри, ситуация. Мы со стингером в противоположных концах, да, то есть по цветам, да, изначально. Между мной, соответственно, хильтуха и юник. Через основное ГО у меня хильтуха. Через крайнюю деревушку у меня вот здесь вот был этот юникоп. Вот так на выходе у меня хильтуха. Типа вот хильтуха вышел на шестой день и встал здесь. И еще к моему ГО послал кого-то, какого-то шныря. Я его увидел и понял, что я его достаю. А понял, что достаю, могу зафиналить. У меня книжка земли была, артефакты там какие-то на статы были. Ну, короче, где-то 15, 9, 7, 12 статы были. Или 16, 9. Крекс, Масхастой, приличная армия. Причем я по войску светился, ну, чуть ли не самый сильный, да, в какой-то момент. Но точно было больше, чем у Хили. И я какого-то хрена вот здесь перед утопой, вот тут у меня утопа, я тут крэгом стою перед охраной. Думаю, сейчас возьму утопу, сделаю ТП, пополню ману, разобьюсь, а потом за 2 ДД накрою. Но мне не хватило ровно 100 мувов. 100 мувов не хватило, чтобы накрыть его. Накрыть и убить, и победить. И получить минимум 2 очка. Вот. Что для этого нужно было сделать? Просто не брать утопу, просто разбиться на охране. Разбиться на охране. И сделать то же самое, вот все то же самое, кроме как взять и утопы. Все. И минус хильтуха был бы, и совсем другая история. Да. Но вот не знаю, почему-то вот я решил, что 2 ДД у меня есть, значит я капец как везде достаю. Ну вот, как-то да. Причем я же, когда ход был, то есть когда ребята там ходили, я считал мувы. И я посчитал, что у меня остается после всех прочих 900 мувов. То есть у меня на нападение ровно 900 мувов. А мне еще нужно было ГО пробить. То есть я, типа, выхожу из замка, делаю подшаг. Ну, то есть вышел, подшаг сделал, 70 мувов потратил. Делаю ДД, это 200. То есть 270, 900 минус 270, у меня уже остается 630. И вот на эти 630 я должен напасть, накрыть. Ну и соточки, естественно, не хватило.
В итоге, да, юнит коп прибежал дефать хилю. Вот, и, собственно, после того, как он его задефал, они там по удачному стечению обстоятельств попилили по 4 очка. В итоге они в очень выигрышном положении сейчас. А мы со Стингером, по сути, в хреновом положении, потому что я не сделал правильный выбор. Так. После моего вылета им повезло, что Стингеру не дали землю и КЗ. Ну, Стингер хреновый рез был, плюс не повезло с артефактами. Ну, тоже, да, та еще рулетка. Там в один момент этот Ваня рискнул, были бы шаклы, там бы, возможно, интересная игра была. Так, ну чё, сидит он тут, нет? А, подожди. А какой он город взял? Я ни черта не понял. Блин, но он на тот респ пошел, что ли? Фу, блин, фу. Ну какой респ тот, а? Ну какой нахрен тот респ? Одинол нету, да? Хреново, чё. Так, тут кто сидит? Тут никого. Есть одинол? А где? Точно. Ну, басина, блин. О, братан, ты здесь что ли? А у меня наручей нет, да? А как у меня наручей нет? У меня же наручи где-то тут лежали. Что за нубас на стримере сегодня? А я его хрен достану этим, да, неускоренным. Что там у него по бабкам?
У него нет мана на ТП. Так, а тут у меня кто? Тираксор, рыба попрыгала. А у меня больше нету, да, никого с землей? Че, реально нету? Но если я прыгаю, это прям плохо. Же, сколько этот у меня ходит? Давай посмотрим. Не, мне кажется, я достану до него Тираксом. Тираксом. Достану. Давай этот... так, здесь оставим пару этих. Пару. Наручи, а кем я наручи, да, достану? Никем не достану. У меня с землей нет никого. Без наручи будем нападать, что поделать. Что поделать? Ничего не поделать. Блин, это я так хожу, да? Криво. Еще и не достану сейчас из-за этого. Я думаю, Миш, можешь медведей поделить вообще. Потом у него. Можешь вообще медведей поделить. Хотя не буду. Этих просто взорвем к хренам. У меня, кстати, берса есть. Не, ну да, тут медведя не убить. Там, видите, 80 уток, и он ничего не мог делать. То есть нападать не мог. То есть там по факту одни утки, а у нас еще клопов. Клопов и первая скорость. Вот этот архангел, конечно, это лютая имба. То, что он в рефьюге был. Ну и медведи. 8 плюс 8, 3, а 4 плюс 4, это сколько у нас? 16. Плюс 8. 24 медведя просто с коробок. Здравствуйте. И они грейдятся быстро. Да, получается, цита тут не говно. Единственная проблема циты, это вот как начать, да, как темпануть. Но нам темпануть помогли два улика. 14 уточек. А благодаря тюрьме, город плюс город. У нас тут куча мошны было. И мы тут ударный стек собак даже не потеряли, когда забрали два улика. И первая коробка на циклопов была за 40, 48 бычочков. То есть это, по сути, халява. То есть любую другую коробку нам было бы сложнее брать. Ну, вернее, за любой другой охраной, наверное. Да. Давайте посмотрим, что у него было. Но он очень рано вышел. Прям темповал, как... Не знаю кто. Лютый темпарь. Но это ему не помогло. А, ну тут лошок у него был. А вот Дрейкон сидит. Ну, Дрейкон, конечно, какой-то такой себе. Не очень.
А еще кто был? Даже это все? У него нет саппортов. Ну вот это да. Не, ну без саппортов тут вообще без шансов. Просто без шансов. У него какой-то люто огромный респ. Да вы посмотрите, как, какого объема респ. Это вообще нормально, нет, для амазонок вот такой респ иметь? Что он, мне кажется, гораздо больше нашего. Но это в минус. Такой респ в минус. То есть компактность респа просто идет нафиг. И ты в итоге тут больше времени. Хотя он темпанул жестко. Жестко темпанул. Крылья нашел и с крыльями тут давай добирать. Да, он жулик. Тут, кстати, еще и этот. И улей, да, получил большой. 19. Но это, по идее, уточки. Уточки неплохо. А, ну вот он этих уточек и нашел, да? А тут что было? Вештавы, что ли? Вот они, 79 уток, да? Ну такое, воздуха нет, логи нет. Так, что еще будем играть, нет? Будем еще играть или как? Или ну его нафиг. На сегодня хватит. Я, кстати, хотел посмотреть на Join GO. Кстати, Join GO меня интересовал. Так, где у нас дипломат? Вот. А, нет, подожди. Во. Не, ну это ГО неинтересное. А где тут альт-ГО-то, кстати? Ой, тут вообще альт... А, есть титаны в драку. Титаны в драку хотят. Сумасшедшие создания. Так, тут на самом деле джойнить... Вот, кстати, 40 фенов. Это 10 штук мы джойним, да, за 117к. Дороговато. Эти в драку лезут. Эти в драку. А чё они в драку-то лезут? У нас так-то медведей много. Ну, кстати, вот, циклопов интересно, наверное. Сколько там? 15? 16 штук, да? За полтос. За полтос. Два медведя за 13500. Так, а этих сколько придет? Тоже мало. Во! Ну-ка. Нет. Так, а респовые тоже, да? 25%. Ну, кстати, 20 клопов. 20 клопов можно. Ну, тоже капец дорого. Капец дорого. 11 лемов. Вот, кстати, 11 лемов, наверное, интересно. Это как, ну, все-таки доп стек, да, типа идет. Оп. Стоп, коробок тут на петучей. Ну все. Максимальная экономика пошла.
Селедки не нужны. Лютый помещик на... Не, я не понял, где мои пассисы еще? О, два фена, берем. Не, ну камон, где? Где армия? Нормально набрали так, по коробочкам так-то. По коробочкам и все. Три коробочки, да, взяли. Взрыв. Угу. О, еще таких не попадалось. Давай. Мы просто проверяем, сколько на карте тут этих монстров. Из коробочек можно собирать. Вывод много. Что, все проверили? Плюс-минус, да? Давайте теперь сверяться, сколько тут их. Ну, здесь вряд ли Т5. За мишками, а где мишки? Дайте что ли? За этими? Нет, не за этими. Ну, короче, 48 птиц из коробок. 34 из коробок. Ну, тут этих, по-моему, одна коробка только была. Этих две коробки, да? То есть 48 это 8 коробок на птиц. И здесь получается... Сколько мы там? Минус 2, 32. И 8 коробок на этих, да? То есть 8 этих, 8 этих. Так-то солидненько. На две заджонили, да. Ну, жестко, жестко. Так, а что там Антоха писал? Не писал.
А, у него турнирка завтра, точно, точно. Блин. А я что-то забыл. Я что-то забыл, что у него турнирка завтра. А, кстати, он выиграл или проиграл? Я что-то забыл по поводу... Что там было-то? Пипега победил же, да, по-моему, там у него. Да, все, вспомнил, Пипега там победил. Ох. Так, ладно. Ладно, мы тогда тоже закончим, наверное. Так, завтра турнирка. Блин, пока вот эти турниры, мы Bishop Cup не можем доиграть. Что все задействованы, и игры идут буквально каждый день у них. И возможности, пока полуфинал не закончится, доиграть у нас нету. Осталось 3 игры, да? Ну, тот, да, тот, там денег больше дают. То есть мы уже, вот кто в полуфинал попал, то есть уже все, кто вылетают, получают по 30 тысяч. Вот. А самые большие деньги там разыгрываться будут, соответственно, в финале. То есть нужно... То есть вот это у нас первая игра была максимально неудачная. Ну, то есть по собственной тупости вот эти 2 балла мы не добрали, да? Ну как, не тупости, наверное, я перефразирую. У меня был план, четкий план на 1-1-6. Но когда я увидел действия от игрока, да? Вот, и, собственно, мне нужно было, соответственно, действовать. И, да, пожадничал. То есть, нужно было просто принять тот факт, что у топа не нужна, что могу не достать, и все. Не сумел перепланировать вовремя. Вот. Хотя были 2 хода. То есть, сначала Ваня ходил, потом Тёма ходил. Мог просчитать, попробовать еще раз. Ладно. Спасибо всем, кто заглянул сегодня, кто болел сегодня в турнире Берсерков. Ну, получилось так, как получилось. Да, шансы, естественно, сразу на проход сильно уменьшились, потому что у 2 претендентов уже по 4 очка. То есть, получается, нужно прямо-таки тащить в плане того, чтобы, получается, их сразу выносить и самому занимать, ну, то есть, первое-второе место. Вот, как-то так. Все, всем доброго вечера, доброй ночи. Так, давайте зарейдим кого-нибудь, мы зарейдим кого-нибудь. Какого-нибудь пупка можно зарейдить, кстати. Давайте какого-нибудь пупка зарейдим. Он там жратву, как всегда, смотрит. Блин. Ой, ну просто больше рейдить некому. Хотя нет, вот Веронест еще есть. Есть Веронест. Давайте к Веронесту, а то пупок жратву смотрит. Я эту тему вообще не приветствую со жратвой. Поехали, может там сейчас... Да, все, всем ББ. Странно. Но Амилу в последней игре больше молчал. А первые 3 игры, наверное, Амилу больше всего говорил. Но при том, что не сказать, что Амилу много говорил, у нас просто все молчали в основном. Василий, спасибо большое за рейд. Всем привет, ребята. Кто от вас? Как вы там с Антоном сыграли? Сегодня видел, Василий попал под мощнейшую раздачу. Там ранняя финалка, но там вообще ничего не сделаешь. Спасибо огромное, Вася. Всем привет. Миша, можно для Василия остров в океане? Можно. Для Василия можно. Но лорд...